Аида, я поздравляю, замечательный результат, да. Вы ожидали перед началом чемпионата, что способны показать такое фехтование? Ну, я точно знаю, что тренера мои были, как они знали, что я способна, и они ждали этого момента, что когда мои способности раскроются. И благодаря им и многим, кто меня поддерживал, родные, близкие, всем им большое спасибо, и благодаря им, мне кажется, я добралась до второго места. Перед Европой у меня чуть-чуть травма была, и она мне не давала вот так вот легко фехтовать. Но я ее немножко залечила, прибавила в скорости, в ногах, в руке, и гораздо легче мне стало фехтовать. Вы сегодня справлялись с очень сильными соперницами, да? А в финале, когда вышли против Инны, у вас еще силы оставались? Вы еще физически готовы были бороться все-таки до самого конца? Мне кажется, у нас у обоих уже сил вообще не было. И скорость упала, и концентрация. И вот в конце, видимо, Инна лучше справилась со своими вот эмоциями и силами. Все-таки вы 2 года не участвовали, да, в чемпионатах мира. Довольны вторым местом? Триумфальное возвращение. 2 года не участвовала, потому что вот родилась у меня дочка, и я благодаря ей и всей своей семье благодарна, что я вернулась. И они меня сегодня и поддерживали, и все. И я вот еще из-за этого хотела выиграть первое место. И как бы, ну все равно я довольна. Я верю, что вы порадовали своих близких. Поздравляю вас еще раз. Спасибо большое.